Друзья, всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня я с вами хочу нарисовать очень яркий, сочный, вкусный рисунок. Для этого нам понадобится вот такой набор цветов гуаши, кисти от большой до маленькой, салфетки, чтобы вытирать кисти, где разводить краску участок, палитра или вот как у меня, и стакан с водой. Ну, приступим. Начну рисовать большой кистью. С фона. Возьму синий, немного смешаю с другим оттенком синего, другой кистью наберу белого и белый сюда же замешаю. Вот так и начинаю заполнять фон. Беру, окунаю в воду также кисточку, чтобы она легко и плавно рисовала на листе. Краска и от воды становится более бледной. Но еще я и намеренно это делаю, добавляя белую краску цвет. Немного белой прям чисто краски возьму и вот так вот, вот вертикальные линии. Немного возьму синего и еще синего. И вот здесь вот прям сделаю вот немного в некоторых местах прям потемнее. И вот так вот вертикальными линиями. Дальше возьму кисть поменьше, набросаю синим любым цветом, набросаю свои сочные дольки, которые у меня здесь будут. Это одна долька. Вот здесь вот терялась еще одна. Здесь вот так вот не поместилась. Еще одна. Не старайтесь рисовать так, чтобы у вас на картине помещалось все. Пусть оно выходит за края. Так только будет интереснее. И вот здесь вот еще одна нецелая долька. Хочется немного взять оранжевого. И немного возьму оранжевого с белым на виду. И с желтеньким. Вот такой вот цвет. И этим цветом проведу краешки. Вот так. Здесь потолще и здесь тоже толсто, вот так. Я возьму вот такую вот широкую кисть, но это не важно. Наберу белой краски, вот такой вот белой краской, вот так вот раз, два, три, четыре. Вот такие вот штрихи сделаю, ну и немного их сравняю. Вот так. Здесь тоже так же сделаю. И на каждой сделаю так же. Здесь вот просто вот так вот проведу ровной линией. Подальше я сделаю не чисто белый. В центре я могу вот так вот сделать. И к ним уже идут вот такие вот долечки. Я надеюсь, уже вам понятно, что же я такое рисую. Дальше, смотрите, я возьму красный. Немного его смешаю, немного смешаю с оранжевым. Дальше возьму прям чисто оранжевый. Дальше возьму оранжевый с желтым. И еще возьму прям отдельно желтый. Отдельно желтый, и вот на кисточке осталось чуть оранжевого и немного оранжевого. Вот так вот я сделала. Намешала такие 4 цвета. Теперь я вымою квадратную свою вот эту кисточку. Вымою и вытру об салфетку. Сейчас сделаю белым вот эти вот полосочки поярче. Вот, и серединку. Я хочу это сохранить, чтобы перед моим дальнейшим действием у меня эта белизна осталась. Значит, смотрите, вот это самая яркая апельсинка и самая ближняя к нам, я ее сделаю потом, в последнюю очередь, ее и вот эту. Они ближе к нам. Начну я с вот этих. Значит, я возьму красненький, немного водички, чтобы пожиже было, и вот так вот у края. Здесь тоже пройду. Дальше беру вот следующий цвет и следующим цветом прохожу.
Здесь тоже пройду. Здесь тоже. Дальше светлее и желтее. Здесь тоже так же. Желтее идет подальше. Дальше возвращаюсь я к нашим передним. Здесь очень ответственнее уже идет. По краям только красным идет. Так, дальше беру чуть с оранжевеньким и также мазочками прорисовываю. Дальше беру желтеньким и ближе к центру все светлее и светлее. И кое-где, если есть просветы, я немного добавлю. Возьму немного, вот синенький у меня есть, и с беленьким его поднамешаю, вот такую темноту сделаю немного. Немного-немного потемнее, чтобы немного отражалась вода. Еще раз пройти краешки, чтобы они были поярче. Так вот немного провожу, сделаю единым. И дальше немного с шалостью момент. Я возьму белый с синим, вот так вот намешаю густо-густо. И вот так вот, хоп, мазочки. Кое-где вот такие вот сделаю. Вот здесь вот прям вообще вот так вот возьму, вот так вот хоп-хоп-хоп. Немного потемнее возьму вот здесь вот. Мне надо показать эффект брызг, эффект воды. Вот прям широкую кисть возьму. Вот этот вот цвет намешаю с белым. И вот такими вот, вот здесь вот вообще все вот так вот размазано должно быть. А ниже должно как-то с белым больше намешано быть. Так вот, вот так вот, легкой рукой вот так вот попровожу. Прям синий чисто возьму и вот так вот синим кое-где подзатемню. И, конечно же, сделаю брызги. И возьму вот этот вот как раз цвет. И светленьким сделаю пузырики. Дальше возьму темнее и темненьким пройдусь. Прям возьму чисто белый еще. И вот здесь вот кое-где вот так вот побалуюсь. Вот так вот побрызгаю немного. Так вот прям зайду на эти апельсинки. Ничего тут страшного нет. Прям супер. Мне очень нравится, как все получилось. Надеюсь, у вас они получатся еще лучше. Вот такой сочный, вкусный, яркий рисунок у меня получился. Нужно смотреть его, конечно, подальше. Давайте я немного попробую отодвинуть. И эффект воды должен лучше быть виден. Знаете, вот я хочу еще взять красненький вот так вот кое-где вот так вот подобавлять, чтобы в воде отражения были. Вот. И сразу картина заиграла по-другому. Вот такая красота у меня получилась. Надеюсь, у вас апельсинки получатся намного вкуснее, сочнее и красивее. Желаю вам успехов в творчестве и до встречи в новом видео. Пока-пока!